Всем привет! Сегодня у меня на канале я покажу вам, как делать шаурму дома. Итак, что нам для этого понадобится? Лаваш. Вот такой вот. Самый обыкновенный лаваш. Значит, дальше морковка по-корейски, огурец, листья шпината, маринованный лук. И нам еще надо будет картошечка и филешка жареная. Ну и, конечно же, соус. Соус, я считаю, каждому, какой он любит, соус такой добавлять. Не сильно важно, конечно. Главное, чтобы все ингредиенты хорошо пропитались. Так, значит, смотрите, еще расскажу такую штуку. Значит, если вы хотите сделать, чтобы шаурма не так уж распадалась, сам лаваш не трескался, то лучше делать его вот так. Вот таким вот способом. Значит, допускают некоторую ошибку, когда смазывают сразу лаваш. Я считаю, этого делать не нужно, потому что когда вы смажете лаваш, пока вы наложите всю начинку, он промокнет. Когда вы начнете его заворачивать, вот, он начнет трескаться, этот соус начнет вытекать. И когда вы его будете уже ложить или на гриль, или на сковородку, он просто начнет вытекать и лопнет пополам. Вот, и выпадет все, что есть в этой шаурме. Из-за этого я сейчас покажу вам, как правильнее сделать, чтобы он не треснул пополам и в нем сохранилась сочность. Значит, для начала начнем ложить ингредиенты наши. Еще такой немаловажный фактор — это то, что нужно ложить немного начинки. Вот. И смотрите, начать лучше с картошки. Разложить картошки. Сделайте больше лавашей, допустим, шаурмы этой, чем, но меньше немного начинки. Чем оно все выпадет, когда вы будете заворачивать или у вас не получится завернуть. Значит, смотрите, оступайте где-то по 2-2,5 пальца с обеих сторон. Разлаживаете картошку, ложите мясо. Кто как любит, кто больше картошки, кто больше мяса. Вот так вот. Ложим морковку. Так. Огурцы желательно, чтобы не были водянистые, чтобы тоже не пустили свой сок. Если уже попались только водянистые, желательно их немножко отжать, когда нарежете. Вот лук. Маринуете лук, уксус и немножко сахара. Сахар немножко загасит кислоту, но сам вкус маринованного лука останется. Вот. Значит, смотрите, вы наложили начинку. И теперь, когда наложили начинку, сверху поливаете это все соусом. Он немножко стечет вниз. Вот так вот. Он пропитается. Лаваш не размокнет у вас. Вот так вот. И накрываете это все листом. Мне шпинат очень, кстати, даже нравится в шаурме. Зеленушка, чтобы там было, я считаю, это обязательно должно быть. Вот так вот получается. Дальше вы берете лаваш и здесь заворачиваете. Немножко его поджимаете. Это как по системе накрутки роллов немножко. Немножко есть что-то похожее. Загинайте немножко края. Вот так вот. Жали, завернули и потихоньку его заворачиваете. Раз, сделали обор, немножко загнули края и сделали два.
Вот так вот получилось наша шаурма. Лаваш, вот смотрите, немножко, да, он по краям порвался. Это зависит еще от свежести лаваша. Если лаваш был вчера испечен, допустим, он свежий, он еще не пересох. А если бы смочили его немного соусом, сам лаваш, это весь бы соус был бы здесь. И теперь вот, когда мы сейчас будем запекать или на гриле, ложите его, чтобы шов был с стороны. Не сбоку, не вот здесь вот, а именно с этой стороны или с другой. Запекаете на сковородке, значит, ложите на сковородку и немножко лопаточкой вот так вот прижимаете. С одной стороны оно немножко подрумянилось, желательно на сковородку наливать немножко масла растительного. И потом с другой стороны та же процедура. Он будет хрустящий. Сейчас я его запечу на сковородочке и покажу в разрезе, как он будет выглядеть. Итак, вот смотрите, прогрели мы нашу шаурму. Подсушилась она, поджарилась с двух сторон. Смотрите, видите этот ткань, который мы заворачивали? Он прижарился, он стал как хрустящий, просто хрустящий с одной, с второй стороны. Теперь берем нож. И пытаемся его разрезать. И вот наша шаурма. Ничего не вытекает, ничего не разлазится. Все отлично. Вот. Картошечка, огурчик, морковочка, соус. Соус, видите, пропитался полностью, вся начинка. Хрустящий, просто офигенный лаваш. Курочка, все. Шпинатик. Такой вот лавашик. Вот как-то так. Все, кому понравилось, ставите лайки. Всем пока.